друзья, хочу показать вам вот такую интересную заготовку. Это заготовка, чтобы вы думали, а это поднос. Хотя я смотрю на нее, она может быть уже ключницей, в принципе. Вот. И что же нам сделать, чтобы она стала красивой, уютной, и это ней хотелось бы поднести две чашечки кофе в постель. А мы просто возьмем и наклеим туда вот такие картиночки. Ну, можно в любом порядке, ну, вот, допустим, вот так. Вот такой пейзаж у нас получается. И, конечно же, будет обрамление. Смачиваем поверхность нашей распечаточки водой. Пока она размокает, мы наносим клей на поверхность нашей плиточки. Это является, будет являться и грунтом, в принципе, для... Накладываем нашу также промазанную клеем распечаточку. Смотрим, чтобы у нас акцентные наши элементы попали все-таки на поверхность. И прижимаем. Прижимаем или валиком резиновым, или шпателем. Отправляем на сушку. Теперь окрашиваем в нижний цвет всю нашу заготовку. Я подобрала вот такой оттенок, какой-то темно-коричневый. И это будет наш нижний цвет. Обращаем внимание на все наши уголочки, на все наши впадинки, чтобы они были хорошо прокрашены и не было пробелов. Итак, наш нижний цвет высох, и теперь мы наносим верхний цвет контрастный этому. И вот наш зеленый цвет высох, и что мы теперь делаем? Мы берем влажную тряпочку, и как бы это ни казалось странным, начинаем стирать наш зеленый цвет. Мы стираем увлажненной салфеточкой. И вот посмотрите, у нас проявляется нижний шоколадный оттенок, да, коричневый, шоколадный или какой вы там себе придумаете. Вот. И появляются вот такие красивые потертости, такие следы времени. Вот. И такого эффекта мы добиваемся по всему подносу. И не забываем, конечно же, донышко. Обязательно тоже его таким же образом протираем и выделяем грани. И делаем такие небольшие лысинки, скажем так. Итак, наш подносик закончен. Он приобрел вот такой красивый вид, ручечки придали ему функциональность. И теперь мы можем с эстетическим наслаждением пить утренний чай или кофе. Чего и желаю вам. Картинки вы можете наклеить любые. Под картинки вы можете подобрать цвета, и у вас будет совершенно другая работа, но на такой же заготовке. Заготовочку вы можете заказать, пройдя по ссылочке, которая находится под нашим видео.